Всем привет! Сегодня клеим гидрогелевую пленку на телефон Samsung A51. Клеим именно пленку, а не стекло, потому что на этом телефоне есть сканер отпечатка пальцев. Вот смотрите, я прикладываю палец и даже без пленки он не всегда точно срабатывает. Ну, в общем, если... О, сработал. Если наклеить именно защитное стекло, то срабатывание будет очень мало, там 3-4 из 10, иногда 5 из 10. И в общем, вы этим не будете пользоваться, а будете постоянно вводить пин-код. И чтобы такого не было, я решил клеить именно гидрогелевую пленку. В общем, пришел ко мне наборчик, вот такая вот пленочка. Шла она вот в таком вот чехольчике. Две салфетки, влажная сухая, и скребок для разравнивания. Так, вот эти вот салфеточки не просто так по номерам. Именно сначала пользуемся один wet, это влажный, и потом два dry, сухой. Так. Достаем влажную салфеточку. Да, телефон я не выключал, клею на включенный прям, чтобы было хорошо видно края, а то когда телефон выключен, очень плохо видно и можно наклеить неровно. Так, есть, берем салфетку номер 2. И тоже аккуратненько вытираем. Так, все, экран вытер, я считаю, идеально, блестит. Теперь открываем гидрогелевую пленку. Угу, так. Значит, тут написано, отрывать надо вот здесь. И смотрите, вот она сзади поделена на несколько секций. Поэтому как надо делать? Отрываем сначала центр, приклеиваем на телефон, а потом поднимаем и отрываем вот эти вот боковые части и уже тогда приклеиваем. Ну, в общем, может звучит непонятно, сейчас покажу. Remove me, удали меня переводится. Так, отрываем. Вот видите, центральная область у нас сейчас будет... Так, и вот так вот целимся. Так, есть. Теперь поднимаем края. Так, что ж такое? Да я неправильно сделал. Ладно, делаем сейчас вот так тогда. Там, оказывается, еще один слой был. И вот таким вот движением. Так, а вот с этой частью я не понял, как она должна отрываться. Или это у меня брак? А нет, тут еще есть и верхний один слой. Так. Твою мать. Не переживайте, у меня есть еще куча запасных пленок. Ну, ты, конечно. Ну да.
Вот смотрите, сколько пузырьков. Посмотрим, что будет через 3 дня. Ну, по идее, они все должны пропасть. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем пока.